Девчулечки, всем доброе утро, всех с 8 марта! Счастья вам, любви, прекрасного настроения. Блин, меня, кажется, плохо видно, да? Ой. Вот так вроде получше. Прекрасного вам настроения, всего-всего вам самого наилучшего. Время утра, у меня тут еще сонное царство, вон один спит, видно его. Вон второй спит, валяются. Я еще даже кровать не заправляла, но я уже сходила, умылась, почистила зубки. 8 марта хочу начать с красоты. Сегодня, девочки, наш день. Сегодня мы должны весь день балдеть, ничего не делать. И, я не знаю, получать подарки, поздравления и прекрасное настроение. Итак, берем масочку. Занимаемся своей красотой. Муж у меня сегодня с утра пораньше уже куда-то умчал, не знаю. Весь что-то суетится, что-то какой-то весь такой суетной, волнительный. Ну, он меня с утра поцеловал, поздравил просто словесно. Подарки я еще, девочки, пока что никакие от мужа не получала. Вот. Такой будешь чай принести тебе в постель? Я говорю, да нет, спасибо, пока что не хочется. Дай хотя бы встану, умою, зубы почищу. Но я не могу, пока я зубы не почистила, я не могу завтракать, мне противно. Вот. И он такой, ну, ты типа не обидишься, у меня есть небольшие дела, мне типа надо бежать. Я говорю, ну, беги. Вот, в общем, я одна. Оставил меня мой милый, по делам побежал. Ой, такая масочка. Пахнет очень-очень вкусно. Прям цветами пахнет. Холодная. Хотя я ее не держала в холодильнике. Она у меня просто в туалетном столике в ящике была. Ой-ой-ой. Так, все, девочки, у меня релакс. Я буду лежать балдеть, я посвящаю сегодняшний день себе любимой. Сегодня буду весь день себя любить и ничего не делать. Чего и вам всем советую и желаю делать то же самое. Девчонки, все, забудьте про то, что надо убираться, про то, что надо готовить, про то, что надо, я не знаю, делать какие-то дела. Все, сегодня объявляю всемирный женский выходной день. Никаких дел, никаких уборок. Посвящаем сегодняшний день себе любимым. Все, я вас всех очень люблю, я вас всех поздравляю с праздником. Я вместе с котиками чуть-чуть попозже к вам вернусь. Я собралась. Смотрите, кто красотка. Любочка красотка. Я в платьишке. Я накрасилась. Ну, укладку делать не стала, мне лень. Что я планирую сейчас сделать? Сейчас я вам расскажу. Я хочу пойти домой к Вике. Ну, благо она живет через стенку. И поздравить ее с 8 марта. Заранее вам скажу, что Юлечке я ничего не покупала, ну, которая с Тарасом живет, потому что они сейчас находятся в отпуске. Их нет в поселке, у меня нет возможности подарить Юле подарок. Но Вика здесь, Вику я поздравлю по-любому. Что я ей купила? Вы знаете, так как в нашем поселке очень скудный выбор подарков, я была вот в непродовольственном магазине, и ну ни на что глаз не лег, поэтому подарок я собрала собственноручно. Я ей купила бутылочку вина, сладости, фрукты, ну тут кокосик, это, и там не видно, да, упаковочка капроновых колготок, и там вот гель для душа Дав я еще покупала. В общем, вот такой вот самодельный подарочек, но мелочи приятно, я думаю, ей будет приятно. Тем более у нее дома детки, так что и сладости, и фрукты, это по-любому актуально в ее семье. Вот такой вот подарок. Ну а девчонкам маленьким я купила вот такие вот конфетки. Коробочка в виде розы. Буду поздравлять девочек конфетами. Так, все, я иду их поздравлять. Привет, мои красотки! Привет, мои красотки! Я это тебе! Моя дорогая! Я это тебе, зайка! А это твои сестренки! Спасибо! Иди, я тебя обниму, поцелую, Даша! И мою жилу, и клюю, и мою жилу, и
возьму в нее поливала себе тюльпаны. Ты их, короче, польешь, они распустятся аккуратно. Да. Их-то можно вроде как и на следующий год садить, но на следующий год не будет цвести, на следующий год просто типа будут луковицы. А уже через год сказали, ну если вдруг ты захочешь заворотиться, а на следующий год, типа, у тебя уже будут цветущие тюльпаны. Спасибо. Чай попьем? Да, сейчас закладываю. Всем привет, милые девушки, дамы, женщины. Всех поздравляю вас с Международным женским днем. Счастья, здоровья. Всегда оставайтесь такими же красивыми, счастливыми. Дарите нам счастье, улыбки, чтобы мы дома приходили и были в уюте, во внимании, чтобы все у нас было классно. Мы вас очень сильно любим. Сегодня влог буду вести я, так как где-то как бы это... Моя, можно сказать, инициатива не совсем такая, там немножко меня подтолкнули, как бы не били ничего, но нормально. Будем сегодня, будет влог у нас кулинарный, сейчас покажу, что мы будем готовить. Так, я чуть-чуть тут не особо силен в этой камере. Опа-на. Вот, примерно так. Готовить мы будем рыбку, готовить я люблю, поэтому... Готовить будем в духовке, чтобы это все было быстро и не заморочено. Так, рыбка у нас самая такая обычная, сёмная. Что планируем сделать? Планируем сделать стейки со специями, солью. Все в духовочку. Плюс будет у нас гарнир. Гарнир. Сделаем стрижковую фасоль. Вот. В блюде у нас Марина. Привет. Диме тоже привет. Марин, тебя... С праздником, так же, как у всех. Будет стрижковая фасоль, помидоры черри, все это с чесночком и заправлено сыром фетакса. Это будет у нас гарнир, ну и рыбка, стейки, как бы она горячая. Рыбку надо сейчас как-то попробовать почистить. Не знаю, я ее семгу ни разу не чистил, обычно мы как бы с нее снимаем шкурочку. Сейчас посмотрим, как у нас это выйдет. Надеюсь, что все получится удачно. Ну да, нормально она подается, чистим. Сейчас почистим. И разрежем, мы будем отправлять в духовочку. Рыбку я почистил. Будет у нас получается здесь такого кусочка. Ну, три стейка проблемы сделать. Наверное, два сделаем стейка. А там уже посмотрим, как будем кушать. Такие вот два стейка у нас выходят. Так. Так, добавляем сюда специи. Что мы добавим? Так. Букет перцев. Посыпем сначала с одной стороны, потом перевернем и просыпем другой край нашего стейка. Так, итальянская. Приправы я люблю. Помидоры добавляем. Немножко еще тут приправок есть соль, но это мало. Ножичка соль всегда возьмет. Стейки, в принципе, не маленькие. Ну, такого классического. Опс. Перца тоже добавим. Все то же самое с обратной стороны. Барсик, свали.
Рыбу чует, уже ходит, круги наяривает. Так, пока что оставляем. Сейчас будем гарниром заниматься. Дело у нас переходит к гарниру. Для этого надо с рыжковым фасольным промыть. Умываем помидорки шире. Так, сейчас прикинем, сколько выйдет сейчас. Не все закинули. Так, у нас уже будет по объему. Ну, немного я их всю пачку не выкладываю, чтобы хотя бы чуть-чуть здесь сыр выложить. И он уже у нас растает в духовочке. Сланчок сейчас полоснем. Мелочь, миллиметр. Кубиками нарежем. Чеснок я люблю вообще практически в любом блюде. Также это в зимний период особенно и полезно для здоровья. Не заболеть у нас. Эта зима очень холодная. Как после крещения начали морозы давить практически каждую ночь под 40, за 40. Сейчас вот несколько дней потеплело, а с завтрашней ночи опять ночью 43-42. Таких сильных морозов, что за 50 практически как бы и не было, но вот 40 уже долго держит. Но днем радует. Солнышко уже такое, как весеннее, на нем погревает. Небо голубое, светленькое. Единственное, вот смотрю, я рановато сюда уже все добавил. Перемешать, наверное, мы сразу здесь в блюде перемешаем. Потому что если я сейчас чеснок добавлю, мешать не будет негде. Перемешаем, добавим чуток специй еще. И уже назад опять наше блюдо. Так. Специи я очень люблю. Жена беременная не была, я, наверное, прям вот так открыл, тук-тук-тук-тук-тук, насыпал сюда. Но ей нельзя. А сегодня как бы день Любочки, поэтому делаем так, как ей можно. Достаточно.
Ну, должно быть, надеюсь. Вкусненько получится. Я так стручковую фасоль люблю. Получается, Люба когда делает в сырном соусе, сырно-сливочный соус, грудку курочки, я прям тащусь. Там стручковая фасоль. Это очень вкусно. Ну, как бы на гарнир я еще и чисто одну фасоль не пробовал. Сейчас посмотрим, что у вас получится. Если честно, даже не представляю, что выйдет из этого. Но должно быть вкусненько. Что-то я нечаянно так уже слюнки глотать начинаю. Пахнет вообще ароматно. Очень потянет. Так. Далее у нас идет сыр. Как-то так. Так, вот я его просто положил, и все, мы будем готовить без крышки. Оно у нас все в духовке расплавится, потом уже перемешаем. Ну, должно быть, я надеюсь, сочненько. Все, мы готовим блюдо, маслицем смазываем. Я включил уже духовку. Ой, что-то, по-моему, многовато, наверное. Что-то как-то она рука так обильно наклонилась. Ну, надеюсь. Не знаю. Что-то. Какие-то у меня сомнения, что я все правильно делал. Я, наверное, сейчас чуть-чуть отобью. Потому что надо, по идее, просто смазать. Уж не картошку жарим. Ну вот и все, в принципе, у нас практически все готово уже. Сейчас духовка разогреется, духовочка на 200 градусов я поставил. Как прогрев закончится, мы отправляем наше блюдо в духовку на 25 минут. Ну, конечно, гарнир еще надо будет сыр перемешать. Посмотрим чуть-чуть, наверное, минут через 15-20 откроем, помешаем и глянем, что дальше у нас идет. Всем приятного аппетита. Сейчас еще я с вами не прощаюсь, я вам покажу, оцените, что из этого получилось. Ну, а по вкусу я потом вам расскажу. Ну, я думаю, Люба с вами поделится, что я тут сотворил, не знаю, съедобное, несъедобное. Ну, надеюсь, что не отравлю. Ну, как-то так, не буду заморачиваться. Все, короче, у меня будет на одном уровне готовиться. Нам откроем, еще глянем, что у нас с этого выше. Ну что, вот такое блюдо у нас получилось. Единственный момент, конечно, когда готовилась фасоль, этот сыр, что я фитакса положил сверху, он немножко не растаивал, он корочкой уже покрывался, я его перемешал, и потом все-таки крышечкой накрыл блюдо. Ну, вот так, всем приятного аппетита. Думаю, жена оценит, надеюсь. Дорогая? Что, можно? Заходи. Ого! Ого! Дима, все для тебя. Вот это да! Спасибо! Я уж не ожидала. Пахнет очень вкусно. Обалденно. Так, а я буду ностальгировать по Хайдар-паше с текилочкой сегодня.
Как вкусно пахнет, Зай. У меня уже прям слюнки текут. Ой, симпатичный, блин. Ну что, любимая жена? Поздравляю тебя с праздником. С Международным женским днем. Ты мое золото, моя поддержечка. Моя любимая, любимая девочка. Выпьем мы с тобой сейчас за мечты. За то, что наши мечты идут, сбываются, и будем дальше стараться в этом же направлении. За мечты, чтобы они у нас всегда сбывались. Люблю тебя очень сильно, чтобы все, все как ты хочешь, все у тебя шло. Давай, дорогая. Что, можно кушать? Mm-hmm. Это бомба вообще. Вкусно. Вкусно? Вообще обалденно, да? Все четно. Вообще обалденно. На этом решили все. Любимая жена. У меня есть подарочек. Что без этого? Спасибо, Марта, любимая. Спасибо. Можно посмотреть? Ну, конечно. Твой подарок. Ого!